Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим вариант, как зарядить вот такой вот литий-ионный аккумулятор 18650 от практически любого блока питания, который можно найти у себя дома. А чтобы вам не было так скучно, я расскажу вам один анекдот от моего подписчика. Вы, кстати, можете тоже присылать анекдоты, которые я расскажу в одном из следующих своих видео. Итак, заряжаем аккумулятор, например, от блока питания ноутбука. Выходное напряжение у него 19,5 вольт. Поэтому для зарядки нам понадобится понижающий стабилизатор LM2596S, который и сделает нам из 19,5 вольт необходимые 5. И контроллер заряда TP4056, который будет правильно заряжать наш аккумулятор 18650. Ссылки на параметры и описание стабилизатора и контроллера я оставлю в описании видео. Важно помнить, контроллер TP4056 выдает по умолчанию ток заряда 1 ампер. Если у вас аккумулятор большой емкости, то все хорошо. Если емкость небольшая, либо он от времени уже утратил часть своей емкости, то возможно нужно будет подобрать резистор R3. Параметры подбора резистора также будут указаны в описании видео. Теперь подключение. Зарядка пошла. В процессе заряда на плате контроллера светится красный светодиод. После завершения зарядки загорится синий. Ну, теперь, пока я буду рассказывать анекдот, вы можете спокойно подписаться, поставить лайк. Встречаются две одинокие подруги бальзаковского возраста. Разговорились, одна у другой спрашивает: как дела, чем по вечерам занимаешься? Подруга отвечает: ну, есть один старый знакомый, заходит иногда, посидим с ним, чай попьем, белого хлеба поедим, а потом весь вечер татарские песни поем. А ты как? Да ходит один Иван, ну, у нас чуть по-другому. Мы с ним водки попьем, квашеной капустой заедим и всю ночь сексом занимаемся. Мы ж просто татарские песни, ну, ни одной не знаем. В чем мораль? Учите языки, и тогда ваш досуг станет гораздо разнообразнее. Не забываем подписываться. Всего вам доброго и до следующих видео. Пока!